Здравствуйте, команда Вулверхэмптон. Расскажи про сегодняшнюю игру. Тяжелая игра, так как отсутствовало несколько ключевых игроков. В принципе, результат достойный, нас устраивает. Мы идем на первом месте. Конечно, хотелось победы, но ничего, тоже хорошо. Почему сегодня игроки отсутствовали? По личным причинам. Но есть вообще положительные моменты из игры? Да, считаешь? Конечно. Шафлай очень хороший был реализован. Начали более в пас играть. Но опять же, даже те же ошибки много не забиваем. Сами видели, лично я 5 не забил. Вот. И не знаю, что сказать, но хочется исправить это и идти только вперед. Команде соперников хочу сказать спасибо, достойная была игра. Наверное, очень достойная команда была. Спасибо вам, удачи. Спасибо, до свидания.